Важно посмотреть типичное строение реки, чтобы понимать, что нам ожидать от территории, на которой мы создаем парк. Территория это пойменная, поэтому это очень важное значение. Посмотрите, коренной берег. Вот она территория парка, зеленая обозначена. В русле острова и середки, и дальше пошло прерусловая лодка, прерусловой вал. Пойменные двери, заросшие старицы, при террасном понижении и надпойменные террасы. Вот это строение реки, типичное для любой большой реки, да и малой тоже, той, которая развитая долина, мы это все можем считать на топографической карте. Почему необходимо сохранить палаткового режим на проектируемой территории? Дело в том, что у нас в центре Новосибирска долина реки зажата в узкую гранитную трубу. И поэтому при строительстве ГЭС это еще все более усугубилось вот этим водным режимом. И создание жесткой набережной и дальнейшее регулирование будет способствовать очень довольно опасным изменениям гидрологического режима. Во-первых, это увеличение паводкового затопления выше течения. Вот здесь мы видим паводок Матвеев. 15-й год, и там регулярно выпадет с собой товарищество. В общем, река должна дышать.